Пугачева немного завидует. Невестка Арбакайте блеснула осиной талией в лавандовом мини-бикини. Алена Преснякова опубликовала новые фото в Инстаграм. Алена Краснова – популярная российская модель и жена внука Примадонны Никиты Преснякова. Часто радует поклонников пикантными снимки в своем Инстаграм. Девушка эффектно демонстрирует идеальные изгибы своей фигуры, чем вызывает невероятный восторг поклонников. Накануне молодая невестка Примадонны призналась своим подписчикам, что решила отдохнуть на отечественных курортах. В этом году она отправилась в Сочи, где ранее отдыхала звезда Дом-2 Ксения Бородина. Компанию девушки составила ее сестра и маленький племянник. Алена Преснякова не раз отмечала, что с мужем отдыхают раздельно. По ее мнению, это положительно сказывается на отношениях. На фото Краснова позировала в небесном мини-бикини с принтом. Жена Преснякова предстала без макияжа, собрав волосы в пучок. Пользователи сети написали, что у Алены безупречная фигура, идеальные пропорции тела и осиная талия.